Константин Сиденко озвучивает план тренировки. С начала года он официально вступил в должность главного тренера женской команды по волейболу «Заречье Одинцово». До этого тренировал калининградский «Локомотив». По словам наставника, готов применить многолетний опыт и здесь. Тактика и там и физическая, и тактическая, и волейбольная, она всегда у каждого тренера разная. Это со стороны волейбол смотрится, он одинаков всегда. Не, он всегда разный. И у каждого тренера свое какое-то видение, свой подход, интенсивность тренировки, время там тренировки. До домашнего матча считанные дни, отработка схем, комбинации атакующих элементов – главная задача. Две последние игры на выезде команда «Заречье Одинцово» проиграла. Сказались травмы и, как следствие, перестановки внутри команды. Несостыковки с девочками по передаче, там взаимопонимания нет. Но это здесь ничего уже не сделаешь. Я уже говорил, что нам пенять на это нельзя, что у нас нет основного игрока, основного связующего. Мы команда профессиональная, и мы должны выходить и играть на любую игру и отдаваться полностью. Дарья Рысева – капитан команды. Полноценно тренироваться пока не может. Получила травму на игре с Тулицей. На площадке от нее зависит почти все. Она – главная связующая. Многие игровые решения тоже зависят от нее. Однако после каждого матча анализируют игру всей командой. Посмотрели свои ошибки, которые допускали на предыдущих играх. Вот. Надеемся, что их не будем больше повторять. И как-то получится собраться, сплотиться и уже показать красивый волейбол, хорошую игру, и чтобы победа была за нами. Настрой только на победу. Главный тренер Константин Сиденко перед командой ставит серьезные задачи. Впереди 20-й тур Суперлиги. Поболеть на трибунах за любимую команду могут все желающие. Матч с минчанкой пройдет на домашней арене 10 февраля в 17:00. Вход свободный. Татьяна Верняковская, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцово».